деревни и знаменитые. И все туристы посмотрели на это чудо. Направо 186 идет в сторону Белиза, а я еду прямо на Мериду. Казалось, мечта идиота. Тунимок называется. Ласточка. Так, вот в эту деревню мне надо попасть. 210-я дорога. Какой-то батальон секретный, я его все-таки заснял. Домики, крытые соломой, в двух шагах от асфальтовой дороги. Пролез, одним словом. Так, здесь этих пирамид просто немерено, видимо, на каждом углу. Так, вот это очередная намеченная точка путешествия. Птички всякие чирикают, а может, они птички. И добро пожаловать на Юкатан.
son 10 pesos. Четвертое мая, 10:15. Ровно неделю назад я стартовал из Вирджинии, с Роанока. И через неделю очутился здесь, проехав где-то 3300 миль. Так, вот здесь еще какие-то туристы.